Празднование Международного дня защиты детей в Хасавюрте началось с накрытом манеже стадиона имени Арсена Муртазалиева со спортивного ежегодного фестиваля с участием воспитанников спортивных школ города. Активное участие также приняли воспитанники реабилитационных центров. В качестве гостей на мероприятии приняли участие служащие администрации, руководители организации управления и ведомств, а также общественные деятели и депутатский корпус. Для приветствия всех горожан и участников мероприятия выступил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Уважаемые зрители, гости нашего города, я от этого города, от своих коллег и администрации вас приветствую сегодня на этом мероприятии, посвященному Дню защиты детей. Желаю вам удачи, всех благ. Много теплых слов было сказано в адрес детей в этот день. Немало преподнесено подарков. Воспитанниками спортивных школ города были продемонстрированы показательные выступления по различным видам спорта. По словам начальника отдела по физической культуре и спорту Магомеда Легазимагомедова, основная цель проведенного спортивного фестиваля – это прежде всего поддержка детского спорта. И юные воспитанники по сложившейся многолетней традиции будут приумножать спортивную славу Хасавюрта. Для всех присутствующих и участников фестиваля была подготовлена небольшая концертная программа с солистами творческих коллективов города. В Хасавюрте созданы хорошие условия для обучения. В целях развития спортивного потенциала открыты новые центры по самым различным дисциплинам. Формированием и укреплением в трудной жизненной ситуации и их правовой защищенности успешно занимаются городские реабилитационные центры и другие социальные службы, отмечают организаторы праздничных мероприятий. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».